чем популярные артисты Дагестана. Яркий, харизматичный и любимец публики Камид Рамазанов. И грациозная, талантливая народная артистка Дагестана Салихат Омарова. В ресторане «Камелот» вас ожидает абсолютно новая программа с абсолютно новыми песнями и, конечно, популярными хитами. Также в гостях популярные артисты. Ну что ж, я, наверное, изначально, прежде чем дам понять, что все-таки к чему и кому посвящен сегодняшний вечер, хочу всем вам сказать добрый вечер. Вы знаете, я скажу одну вещь. Конечно же, каждый из нас сегодня пришел послушать те песни, которые он любит. Каждый из нас сегодня пришел послушать того исполнителя, которого любит и восхищается, чьи песни по-настоящему запали в душу. Ну, могу смело сказать, что вечер сегодня удастся, потому что не будем обращать на то внимание, много нас или мало, самое главное — наш коллективизм. И самое главное — наше желание быть сегодня в центре этого танцпола под самой зажигательной музыкальной композицией наших замечательных, наших талантливых артистов Гамиды Рамазановой и, конечно же, Салихат Омаровой. Вы знаете, эти два артиста в паре решили дать ту сольную программу, которая по-настоящему вам запомнится надолго. И, конечно же, уже пора вроде бы по часам как начинать наш концерт, для того, чтобы вовремя надо прийти и вовремя нужно уйти, правильно? Поэтому уверенно скажу, что сегодняшний концерт, сегодняшняя сольная программа этих двух исполнителей, она будет на грандиозном уровне. Меня зовут Фатима Талиева, я являюсь телерадиоведущей медиахолдинга «Прибой» и некоторое время буду немножечко рядом с вами. Ну а сейчас, под ваши бурные овации, конечно же, под ваши аплодисменты, несмолкаемые, я хочу пригласить на сцену молодого исполнителя, который громко заявил о себе уже давным-давно. Полюбился, любят его и его музыкальные треки. Встречайте, Гамид Рамазанов! Ассаламу алейкум, дорогие друзья. We'll be right back.
ночи. Балкон и дыша, а хабаца в тишину.